1 октября Государственный центральный музей музыкальной культуры имени Михаила Ивановича Глинки вместе со своими друзьями отпраздновал Международный день музыки. В этот праздничный день музей открыл свои двери для бесплатного посещения. До самого позднего вечера музей радушно принимал своих посетителей. Самым ожидаемым было открытие после долгой реконструкции экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира». Поздравить сотрудников музея со вторым рождением приехал заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Евгеньевич Бусыгин. Хотелось бы поздравить всех с открытием сегодня обновленной экспозиции музыкальных инструментов народов мира, которая неизбежно внесет свой вклад в развитие музыкальной культуры. Директор музея, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Аркадьевич Брызгалов адресовал самые теплые слова благодарности строителям и музейным работникам. Мы наконец-то открыли долгожданную экспозицию, уникальную экспозицию. Эту экспозицию знают не только в нашей стране, но и во всем мире. И сегодня для нас большой счастливый день. И всем низкий поклон за такую замечательную работу. Спасибо. Прежде всего, любовь и, как сказать, абсолютно беззаветная преданность делу. Многие ждали эту экспозицию, очень скучали, очень жалели, что она была закрыта. Ну вот теперь она обновленная. Добавились последние поступления, ряд экспонатов, которые пришли за последние годы. Мы их сюда разместили. Восстановили мастерскую скрипичного мастера. За каждым инструментом история. Здесь висит старинная скрипка из школы Маджини. Ей где-то 450 лет. Вот много пришлось повозиться, потому что инструмент вообще не играющий, не играл. После реставрации он играет, на нем можно давать концерт. Я не думаю, чтобы она выдержала два отделения, но одно отделение она выдержит. Мы сделали реконструкцию архитектурной части экспозиции. Мы насытили экспозицию дополнительным количеством, объемом экспонатов. Это все украсило экспозицию, но нам кажется, что еще нужно ее насыщать интерактивными элементами. Все у нас еще только начинается. Посетители в этот вечер адресовали сотрудникам музея немало вопросов, и ни один не остался без ответа. В этом зале первый раз. Нам очень понравилось столько тут новое и такое обширное количество инструментов. И всех просто не ожидали, что может такое разнообразие быть. Знаете, я даже думаю, вот в музыкальных училищах, школах дети не увидят такого количества инструментов. Вы знаете, просто это замечательно, что у вас открылась эта экспозиция. Перед открытием экспозиции все пространство музея заполнил перезвон колоколов. Самый молодой экспонат коллекции – русская звонница София. В фойе музея София теперь соседствует со старейшим органом России работы Фридриха Ладыгаста, который тоже звучал в праздничный вечер. Это была своего рода прелюдия к главному праздничному концерту. Яркий оригинальный ход связал общим замыслом сочинения Баха и Гречининова, Бетховена и Гедеона Крэмера. Цифра 20 пряталась то в номере опуса, то в количестве лет автора на момент написания произведения. А все потому, что этим концертом музей поздравил друзей и коллег из газеты «Музыкальное обозрение». Журналисты в эти дни отмечают 20-летие своего издания. В концерте приняли участие пианистка Анастасия Нещева и певица Эльмира Хусаинова, государственный квартет имени Глинки, ансамбль солистов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет. Музей принимал гостей и на следующий день, 2 октября. Гости были особыми – сотрудники посольств стран СНГ и Балтии, государств Средней Азии и Центральной Европы, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Эдуардович Орджоникидзе. В своем выступлении он отметил, что главная цель деятельности ЮНЕСКО, организации, учредившей Международный день музыки, состоит в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры.
С большим интересом все знакомились с двумя главными экспозициями – «Три века русской музыки» и «Музыкальные инструменты народов мира». Для гостей были организованы обзорные экскурсии. Инструменты разных стран и эпох разных культур представляют собой настоящие произведения искусства. Мастера Европы, Азии, Африки, Америки создали все эти звучащие шедевры. В залах музея звучала разноголосица языков, а на стендах многие из гостей могли увидеть инструменты родной страны. Вниманию гостей также были представлены выставки. Одна из них, от пишущего Амура до компакт-диска, рассказывает о развитии звукозаписи в России. Никого не оставила равнодушным уникальная коллекция грампластинок. Тема другой выставки – эхо возрождения. Копия фрески Боттичелли, сделанная Любовью Поповой, автографы Чайковского и Рахманинова, редкие издания Данте, мраморные бюсты Беатричи и того, кто сделал ее имя бессмертным. В основу выставки легла коллекция выдающегося русского дирижера Николая Голованова. Но раритеты музейной коллекции не остались безмолвными в тихих залах. Они вышли на сцену органного зала, и это стало главным сюрпризом концерта в честь праздника. Знаменитая скрипка работы Страдивари, принадлежавшая великому Ойстраху, прародитель всех электромузыкальных инструментов термин «вокс», старинная балалайка, помнящая своего хозяина Василия Андреева, необычная виолончель, сделанная из итальянской лиры да гамба 17 века. Удивительно и по внешнему виду, и по тону хрустальная флейта парижского мастера Лорана. В концерте приняли участие народный артист Российской Федерации Алексей Бруни, Леонид Огринчук, солист оркестра «Новая Россия» Николай Хазанов, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Лукьяненко, Екатерина Гецелева, лауреат международных конкурсов Дмитрий Волков, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Сенин, Анна Шестимирова, ансамбль исполнителей на традиционных армянских инструментах, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат международных конкурсов Александр Мовсисян, Ашот Газарян, Эдуард Амян, лауреат международных конкурсов Олеся Ростовская. Звучание колоколов звонницы «София» в необычном сочетании с джазовыми клавишными и контрабасом заслуженных артистов России Михаила и Андрея Ивановых вновь заполнили огромное пространство музея. Высокое наслаждение уникальными экспозициями и шедеврами мировой музыки – такими были эти торжественные дни.